Всем привет! Сегодня у меня в ремонте BMW 3. Итак, машина у меня в мастерской. Основное повреждение здесь – стакан амортизатора. Его я буду менять. Для замены мне привезли донорский кусок. Также немного надо будет исправить капот. Был куплен идеальный. Ну что, давайте начнем ремонт. Сперва разборка. Перед машиной разобран. Теперь мне надо вытянуть стакан, насколько это возможно. Итак, с вытяжкой я закончил. Теперь удаляю поврежденный металл. Поврежденный металл удален. Теперь возьму нужные части с донорского куска. Теперь у меня есть необходимые детали. Подровняю небольшие повреждения на лонжероне и затем перемерю донорский кусок.
Жером подровнял, установил донорский кусок. Что-то не так. Снимаю его и делаю измерения. Левый лонжерон находится ниже правого. Диагонали разные. Поэтому мне надо левый лонжерон приподнять, и он уйдет вправо, туда, куда мне надо. Правый лонжерон потяну вправо, и он уйдет вниз. То, что мне и надо. Так, давайте поставим лонжероны на место. Одну и ту же операцию проделал несколько раз, и лонжероны на месте. Могу устанавливать донорский кусок и крепить его. Итак, места соединений промазал клеем для кузова и устанавливаю донорский кусок. Крепится он болтами и сваркой. Крепить буду только тогда, когда установлю телевизор с балкой бампера и после измерений. Отлично, размеры в норме, креплю. You don't wanna tell.
Донорскую часть скрутил, сварил, работа с металлом закончена. Теперь покрашу лонжерон и тогда установлю детали переда для примерки. Лонжерон покрашен, антикором обработан. Устанавливаю детали переда. Четыре часа регулировок зазоров и моя работа закончена. На эту работу ушло 42 часа. Сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы видеть больше видео. Пока!